Всем привет! Наука рядом, и сегодня мы с Алисой покажем реакцию нейтрализации под кодовым названием извержения вулкана. Ну что, будем делать извержение вулкана? Да! Да! Что нам для этого нужно? Нам для этого нужен уксус. Ага! Уксус это что? Кислота! Кислота, правильно. Давай, мы наливаем в баночку уксус. Кислоту. Хватит. Для красочности эксперимента мы используем пищевой краситель обычный. Вот этот. Желтым будем? Да. Хорошо, давай откроем. А потом красным. Потом красным? Да. Ну, держи. Можно сама? Добавь, конечно, сама. Хватит. Перемешай палочкой. Ага. Давай получше перемешаем, чтобы на дне не осталось никаких осадков. Вот у нас красивый желтый цвет получился. Я хочу самая. Ты хочешь добавить соду. Сода это что? Кислота. Нет, кислота это уксус, а сода это что? Щелочь. Щелочь, правильно. Я хочу сама. Ну хорошо, давай сама. Только держи повыше, потому что сейчас начнется реакция. Слепи, поднимай. Давай еще немножко добавим. Извержение вулкана! Извержение вулкана началось! Эту реакцию мы часто видим в кулинарных приемах, когда хозяюшки добавляют в тесто, чтобы оно было более рыхлым. Также соду с уксусом можно использовать для такого красочного извержения вулкана, которое очень нравится деткам. Сама насыпала. Алиса уже опытная и делает это не первый раз с разными красителями. Ей очень нравится.